Немецкая компания «Ферросталь» совместно с производителем прецизионных обрабатывающих центров для накатки зубчатых венцов и шлицев из Швейцарии представляет новейшую серию высокопроизводительных машин «Эрнст Гроб». Метод холодного формования, накатки, основан на довольно простом и универсально применимом принципе. Усилия для образования шлица разбиваются на многочисленные шаги, постепенно распространяясь по всей длине зоны формования. При данном методе формовки отсутствует образование стружки, при этом детали имеют высочайшую точность изготовления. Вы можете получить практически любую форму зуба с шероховатостью поверхности порядка RA0,4 за очень короткий цикл – порядка 40 секунд. Также из достоинств данного метода нужно отметить возможность обрабатывать различные металлы, такие как сталь, алюминий, титан, и практически полное отсутствие износа инструмента. Данный метод холодной формовки листового металла основан на последовательной, состоящей из двух этапов, обработке заготовки. Сначала ролики формуют дисковую заготовку, размещенную на зубчатой оправке, в чашеобразную форму. Затем накатной инструмент производит одновременную накатку как внутреннего, так и внешнего шлица. Общее время обжатия заготовки составляет 30 секунд, и накатка шлица занимает всего 24 секунды. Диапазон диаметров заготовки широко варьируется в пределах от 50 до 350 мм. Компания «Эрнст Гроб» производит свое оборудование на заводе в городе Маннедорф, недалеко от Цюриха, и всегда готова пригласить заказчика на свое предприятие для демонстрации оборудования в работе и тесной проработки технического задания. Метод прямого холодного редуцирования основан на комплексной обработке листового металла, где одновременно осуществляется и формование дисковой заготовки в чашеобразный брикет и накатка внутреннего шлица. Значительным преимуществом данного метода является поверхностное упрочнение без разрушения хода волокон металла. В то же время не требуется предварительной обработки дисковой заготовки. При этом шлиц получается очень высокого качества. Обработка методом прямого холодного редуцирования производится в автоматическом режиме под управлением ЧПУ Siemens. Под методом холодного редуцирования понимают изменения диаметра чашеобразной заготовки, одетые на шлицевую или гладкую оправку при помощи накатки роликами. Накатка осуществляется очень короткими многочисленными шагами, позволяя получить высочайшее качество производимого изделия с минимальным износом инструмента. Материалы, обрабатываемые данным методом, включают различные стальные сплавы, титановые сплавы, алюминиевые сплавы с максимальной прочностью на разрыв 1100 ньютонов на квадратный миллиметр. Возможна практически любая геометрия зубчатых зацеплений, как, например, очень глубокие зубья или асимметричные зубья. Производительность машин Эрнст Гроб достигает 120 деталей в час. Холодная штамповка листового металла при помощи пуансона полностью схожа по своей философии с накаткой, при этом данный метод позволяет получить, например, сплошную кольцевую канавку на конце заготовки, не требующую дальнейшей обработки. Также немаловажными факторами данного метода являются простая и быстрая переналадка на изготовление подобных изделий с другими параметрами и возможность получить изделие с асимметричным шлицем. Скорость движения кулачков достигает 200 ходов в минуту. Диаметр заготовки варьируется в широком диапазоне от 80 до 240 мм. Прорезка отверстий и штамповка слотов, а также штамповка кольцевых канавок и обрезка по длине чашеобразных заготовок теперь совмещены в одной машине. Теперь вы можете получить готовые изделия сложной конфигурации за очень короткий цикл обработки. Сила пробивки достигает 90 тысяч ньютонов. Максимальная длина заготовки 170 мм. Машина может совмещать в себе от 1 до 4 рабочих станций, в зависимости от требований заказчика по производительности. Накатка на сплошных материалах осуществляется также на оборудовании Эрнст Гроб. Диапазон модуля от 0,5 до 10. Длина зубчатых зацеплений на валах может достигать 3 метров, а с перехватом до 10 метров и более. Диаметр зубчатых зацеплений до 350 мм. Вал после накатки имеет поверхностное упрочнение, и при этом дальнейшая термообработка не вызывает коробления детали. Например, карданный вал трансмиссии имеет эвольвентное зацепление модуль 2,
с длиной зацепления 150 мм. Время накатывания около 40 секунд. Инженеры компании Ernst Grob осуществляют компьютерное проектирование и моделируют технологический процесс изготовления для последующей реализации в металле. Метод холодной формовки листового металла основан на тех же принципах, что и метод холодной формовки твердого материала – разбиение усилия давления на множество шагов и постепенное распространение по всей длине зоны формирования. Данный метод имеет очень короткий цикл изготовления – порядка 4 секунд. При этом создаются внутренний и внешний шлиц одновременно. Обработанная поверхность имеет шероховатость RA4/10. Автоматизация процессов загрузки заготовки и выгрузки уже готовых изделий позволяет получить впечатляющие результаты по производительности. Примеры деталей, получаемых методом холодной накатки. Например, карданный вал трансмиссии. Опора диска сцепления. Вал отбора мощности. Получение трех различных зубчатых венцов на один установ. Вал разжимного кулака. Опора диска сцепления. Диск датчика. Для уменьшения диаметра прутков или трубок применяется метод холодного редуцирования твердого материала. Данный метод подразумевает постепенное уменьшение диаметра заготовки, одновременно увеличивая ее длину. Холодное редуцирование для трубок осуществляется при помощи оправки, имеющей гладкую или шлицевую поверхность. Оправка, имеющая шлицевую поверхность, позволяет одновременно с уменьшением диаметра и увеличением длины также получить шлиц на внутренней поверхности. Роботизация исключает влияние человеческого фактора на производственный процесс и позволяет добиться наивысшей производительности и стабильности качества получаемых изделий. Швейцарская компания Ernst Grob комплектует все свои машины стойками ЧПУ Siemens. Специалисты заказчика, а именно технологи, программисты, механики, наладчики и операторы, проходят месячную подготовку в Швейцарии и стажировку на заводах Ernst Grob и Siemens. Мы поставляем наши станки на условиях DDP напрямую на завод заказчика. Компания Ernst Grob осуществляет пусконаладку и последующее сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Нашими заказчиками являются такие компании, как производитель одного из самых узнаваемых автомобильных брендов во всем мире компания Mercedes-Benz, немецкий производитель автомобилей и двигателей из Баварии компания BMW, немецкая автомобилестроительная компания Audi, немецкий автомобильный концерн Volkswagen, немецкий производитель автомобилей Opel. В партнерстве с Ferrosteel вы получаете полный спектр услуг от идеи до воплощения идеи в реальность. Мы всегда с вами и работаем для вас.